Дань моде или стремление отгородиться от внешнего мира. Ивановские водители продолжают тонировать свои автомобили, несмотря на запреты и штрафы. С начала этого года дорожные полицейские уже выявили более 300 нарушителей. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2018-го. Технический регламент о безопасности транспортных средств, а также правила дорожного движения говорят о том, что светопропускание боковых и лобового стекла должно быть не менее 70%. О том, что не должно быть затонированы задние стекла, об этом в законодательстве ничего не сказано. То есть задние стекла тонировать можно. С 1 февраля в Иванове стартовала акция «Тонировка». Каждый день инспекторы будут устраивать рейды и наказывать автонарушителей рублем. Штраф за слишком темное лобовое и боковые стекла – 500. Вы управляете транспортным средством со сетками. Это запрещено законом, да. Перечень основных неисправностей. Водитель этого авто использует затемняющие вставки. По требованию инспектора соглашается их снять. Впрочем, ничто не мешает вернуть их на незаконное место за ближайшим поворотом. Это не избавит его от ответственности в следующий раз. Здравствуйте. Старший лейтенант Медведев, ваши документы, пожалуйста. Страховку. Чтобы объяснить суть нарушения следующему нарушителю, сотрудникам ГИБДД пришлось постараться взять ручку и лист бумаги. Водитель оказался глухонемым и не сразу понял, почему его остановили. Но закон одинаков для всех. Молодого человека попросили демонтировать пленку. Тот отказался. В итоге штраф 500 рублей. Всего за несколько часов только на улице Шубиных инспекторы остановили более 15 темных лошадок. Тем, кто предпочитает скрываться от глаз других участников дорожного движения, придется раскошеливаться каждый раз при встрече с инспекторами ГИБДД. Также злостным нарушителям грозит административный арест сроком до 15 суток. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.